Ну вот сейчас, вот прямо сейчас, только что, вчера, значит, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки разбила, окончательно разбила вот этот пакетный закон, который, в соответствии с которым 14, там, 14 миллиардов 300 миллионов долларов должно было быть адресовано Израилю, и свыше 60 миллиардов долларов должно было быть адресовано Украине. Благодаря тому, что спикером Палаты представителей стал трампист, благодаря этому пакет был разбит, и вот, так сказать, поступил законопроект только о выделении помощи Израилю. Значит, понятно, что это ситуация крайне сложная, крайне тяжелая, очень вредная, потому что понятно, что этот пакет не будет принят, в смысле этот закон не будет принят, потому что без помощи Украины и Байден не подпишет, о чем он откровенно сказал, и Сенат не будет утверждать. Но тем не менее, вот это все стало возможным благодаря тому, что какие-то люди в Палате представителей, имеется в виду депутаты, конгрессмены, Палата представителей, ну вот они так представляют себе ситуацию, что Украина может вполне обойтись без такой вот помощи. Вот что разделение вот этого пакета, оно приведет к блокировке, поэтому как бы говорит о том, что не надо рвать пакет, надо выделять одновременно, одним движением помощи Израилю и Украине. Вот о чем идет речь.